Всем привет! Солнышко у нас такое хорошее. Мы сейчас отправляемся на дачу. Такие вот волосы у меня теперь коротенькие. Все так запотело и не видно. Но я вам вот так вот сделаю. Покажу, что там солнышко. Все равно не видно. Ой, стекло такое холодное. Вот, там прячется солнышко. Сейчас наша главная задача — приехать на дачу, нарядить на улице елочку. Вместе с вами нарядим, посмотрим, как там и что. Надеюсь, там сугробы не по колено, чтобы туда подойти. Хотя все возможно. Сегодня тоже нас заметает, но по температуре потеплее сегодня, конечно, чем в те разы. Помпончик не умещается, ломается. Да, до Нового года осталось совсем чуть-чуть. Да, становится немного грустно, но сейчас будет вставочка, как мы едем на дачу. Я просто не могла вас оставить без этой зимней красоты, этого снега, этого прекрасного солнца. Мороз и солнце — день чудесный, как говорится, если знаете это выражение. Просто невероятно красиво. Не перестану восхищаться нашими русскими видами. Зимы, морозности такое. Это прям благодать зимняя наша. Вот этот красивый кадр. Прям море, море снега и солнца. Просто великолепно. Так что в эти зимние каникулы, новогодние, рождественские, советую вам выезжать за город. Там, видите, какие красоты, можно пофотографироваться, увидеть прекрасные виды и насладиться свежим воздухом. Пополнить свой Инстаграм красивыми фотками, ну и не только Инстаграм, конечно, другие социальные сети тоже. Я думаю, в Новый год фотографий и видеоматериала у каждого будет очень много. Потому что вот смотрите, какой лес, какой снег прекрасный. Я, честно, может быть, много даже пересняла вам, но все равно, надеюсь, передала эту атмосферу. Ну а мы подъезжаем. Посмотрите, как красиво у нас в лесу. Русская зима. Просто замело все белым-белым. Некоторые деревья даже, вот видите, завалились на моем фоне. Ну, вообще очень красиво. Ну что, поехали мы дальше. Мне кажется, я уже немножко ногу подвернула. Опасно. А то сугробы, знаете, между колеей. Ну все, едем дальше на участок. Какая красота и солнышко-то у нас тут. Правда, уже скоро будет садиться. Сугробы такие знатненькие на участке. Посмотрите, как у нас на участке все намело. Какую будем наряжать? Маленькую вот эту? Ну, доступ вот Костя расчистил к маленькой. Да? Вот эту? Или туда? Какую? Маленькую, наверное. Вот эту? Там их три. У нас выбор большой. Сейчас надо подумать. Ты уже что, с лопатой? Да. Ты уже все? Я уже готова. Ну, Костя вот расчистил. Молодец, дорожки. Видите, как все вот эти в сторону. Здесь клумбы. Но вообще я вам скажу то, что как раз-таки хорошо это все утепляется. Но розочки что-то у вас торчат все равно. Как-то из-под этих. А он что, здесь не чистил? Не хочет? Не ходит. Так и ты здесь не ходи. А куда я буду ходить? Через пристройку? Не знаю. Такое, блин, сугробище огромное. Воздух, конечно, необычайно свеж. Прям свежо-свежо хочется пока вдыхать его. Пока солнце так... Потому что сейчас солнышко сядет и будет уже темно. Поэтому все такие дела, которые дома, оставим. Пока подышим воздухом так. Мама тут сделала. Я пойду вот так вот вместе с вами пройдемся. Устаканим этот снег.
тут тоже, видите, собрался такой снежочек. А вот и мама. Теплица в снегу наша. Скамейка, смотрите, с каким слоем снега. Вот рука. Ну, конечно же, я скучала по вам. Наши самолеты домодедовские. Непривычно, когда, знаете, видим с вами грядочки. Вот здесь Костя молодец. Здесь Костя тоже почистил колодец. И мама специально, чтобы подобраться, если что, к туалету. Как будто ракета летит по звуку. Как будто ракета летит по звуку. Давай украшать, пока светло. И возвращаемся с этой стороны заодно. О, вот сугроб со стороны как. Видите, какой большой. Ой, ну красота, конечно. Но холодно. Снег такой рассыпчатый, потому что он шел хлопьями. Вот буквально целый день. Ой. На-н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 а. Воздух не сравнится с городским. Моя любимая сосна. Мы в нее входим с вами. Ой, какая красивая она у нас. Костя тут тоже под машину все расчистил. Но снег большинство так, конечно, опал. Вот. Слышите, как хрустит под ногами снежочек. Ой, даже чихать уже хочу. Ну так что, какую? Маленькую. Давай, наверное, все-таки вот эту вот будем. Потому что это близко к забору, знаете. А это все-таки немножко подальше. Большая. Да. И с окна нам ее будет лучше видно с кухни. Наряженную. Видишь, как летит снег. Как хлопья, да? Да. Он легкий? Легкий, ну, да? Ну, только немножко. Тяжеловато. Ну, ты особо, да. Смотри. А ну сделай, на не в мою сторону, туда. Ну да. Еще раз. Обожаю. Мама вообще, да. Мы ее наоборот сюда не вывозили, чтобы она вот это вот все не устраивала с лопатами. А ну еще раз. Смотри. Да. Красиво. До сих пор летит, даже если видно по камере. А ну максимально наверх попробуй. Посмотрим с вами. Попробуешь? У меня очки запотели. От холода? Давай максимально наверх. А, он, ну ладно. Все, хватит тягаться. Все, 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 уже на меня. Хватит. Вот так вот расчищаем. Я не расчищаю. Лопата одна. Так что, если у кого-то возникли вопросы, да и если... Я в прошлом году тоже расчищала. У меня что-то как-то спина клинит сразу. Да нормально. Ну, мы вот здесь центральную, мам, с тобой украсим. Как бы вот этот видочек больше. Да. Чтобы корень тепло было. Так что... Те, кто на дачах зимой не бывает, шлем вам огромный привет со своей дачи. Я уже так, конечно, подмерзла. У меня руки не в варежках, не стала надевать их уже. О, мама идет. Вот наш. У нас совсем немножко такие, как бы что нашлось. Ты взяли. Давай, держу. Красиво насчет печки. Надо что-то. Идем украшать. Жалко, Викули нет. Викули еще в садике. Ну вот мы нарядим. Держи. Давай.
Да хватит тут. Хватит. Это как бы вам вид до, сейчас будет после. Ну, в процессе, конечно. Потому что это очень близко к заборчику, я так подумала. И это будет нам намного лучше видно вот с окна кухни, потому что оно здесь. Единственный вопрос, отряхнуть от снега или нет? Не надо, что упадет, то упадет. О, первая пошла. А не порвется иголочки, нет? Смотри, как раз в тему снежинка. Да. Елочка заснеженная. Красота. Ой, нас видно с тобой в ней. Мы отражаемся. Не, повыше, повыше цепляй. Тоже вот сюда. В общем, давай ты этим занимайся, а я тебя поснимаю. Все равно будет красиво. Че? Давай вот в эту сторону, а то может не хватить. Чтоб ты не только в одной. Каждой иголочке радует нас. Да нормально. Не обращайте внимания. Пинец. Да, ниже не вешай, а то совсем низко, да, повыше. Не, ну это два рядышком. Надо было. Ну ладно. Не, ну в принципе хорошая. Вот на вот эту, которая торчит. Да, вот это вот. Вот это вот отличное. Вот она. Вот. Не так далеко, не видно. На краешке. На... Вот. Ой, ну красиво. Слушайте, именно уличная елка вообще красота, да? Повыше давай. Вот эти вот. Мама, там не видно. Видишь, ну хотя повыше, мам. Эльф немножко медленный. О, а елочка пахнет? Конечно. И что-то не чувствую. Ну не чувствую, что тебе надо это. С карман себе снег насыпешь. Ну, кстати, даже, знаете, я вам скажу, вот минимальное количество игрушек, да, вот этот синий, что с ним, что он так у тебя? Он как-то... Нет. Его надо вот так вот сюда. Чтобы его было видно. Красота. Еще, конечно, гирлянду, но мы здесь, видите, мы не подтянем слишком далеко все эти розетки. Ой, я не могу. Смотрите, мои любимые самолеты. Летят кто куда. Сейчас в Турцию. Ну, в Турции, конечно, море холодное. Наверное, уже все. Таиланд. Я не понимаю, куда лезть. Давайте мне подходим. Нормально, они все красиво висят. И, Оля, ты сможешь. Опа! Смогла, ребята! Повыше, да, а то все внизу. Потому что мама уже не достает вверху. Вот эти вот повыше буду я. Костя, наверное. Сейчас подкинешь, смотри. Ага. Откроешь нижнюю дверку. Так. Потом основную дверь. Возьмешь этот, там такая буква Г. Шредер называется, шердер. Ага. Короче, шерудик, чтобы. Ага. Откроешь этот, там еще дверца маленькая, железная. Так. Где, чтобы уголь не вываливался. Ну, знаю. Расшерудишь немножко. Ага. Расшерудишь эти угли, чтобы зола осыпалась вниз. Ага. Вот, и подкинешь там, я положил эти щепочки. Щепочки увидишь, подкинешь. Две березки и немножко угля туда подкинешь. Хорошо. Вот. И потруси немножко нижний зольник, чтобы он там, ну, разровнялся. Ладно. Вот. А по заслонке посмотришь там. Хорошо, котенька. Ну все, давай. А эту штучку там ничего трогать не надо, температура.
Нет, температуру не надо ничего трогать. Просто откройте нижние дверцы, этот расшерудишь угли, чтобы чуть-чуть упало туда вниз. Хорошо. Сверху щепку положишь, две березы и угля. Уголь увидишь там в ведре. Самый ближний. Хорошо. Договорились. Угля, там с угля сколько влезет, посмотри, чтоб так он не вываливался. И закроешь этот держатель угля и основные дверцы закрой. Хорошо. Все, давай. И все. Хорошо. Давай. Иди закинь, я тогда сделаю здесь. А то я боюсь, что будет совсем темно, видите, там уже садится. Вон рядом с нами люди ходят там. Ну, там слышно было, что сейчас дверку открыли. Вот. Так, ну что, куда, ребят, с вами мы примкнемся? Здесь нужен какой-то тоже красочный, яркий акцент. Но только куда его? Я уже, если честно, уже тоже не достаю. Надо вот на вот это. Ой, мама тут еще, я вам скажу, большую работу проделала. Они колются, знаете, как прилично. Конечно, хорошо бы иметь штатив. Ну ладно. Вот сюда вот эти вот маленькие, наверное, будем делать. Так. Вот сюда. Там кто-то из соседей идет, видимо. Подальше надо. Ну, надеюсь, не унесет. Или унесет. Непонятно. Так. Что еще? Маленькие такие акцентики должны, конечно, быть. Они красные у нас, красивые. Но надо повыше. Как ни крутите, надо повыше. Вот. Сюда. Ладно, я, наверное, уберу вас пока временно. Сделаю и включусь. Так, я рядоньки. Сюда тоже. Сейчас вот эти вот. А внизу вам я боюсь, что они все опадут. Нет? Ну сейчас еще есть, мам. Вот это надо куда-то. Штучек. Вот он даже не знаю куда. Вот так вот может быть. Но ее надо цеплять, а она, видишь, она не хочет цепляться. Давай. Мама вернулась после печки. А ты их нет, снега. Уже солнышко нет, уже все. Не достанешь? Не достанешь? А ты закидывай. Ну так, чтобы не слетело. Но мы глазомерные. Понятно. Делаем дальше. В общем, как-то так. Верхушку, конечно, мы уже не достаем, но в любом случае, так вот, если медленно показать, то выглядит все это вот именно так. Я уже подмерзла. Нос течет. Эти тоже. Только искупалась, все мокрые опять. Вот, вот наш результат наших трудов. Как вам наша елочка? Мне кажется, получилось очень красиво. Как вы считаете? Мне кажется, что очень даже неплохо. Конечно, побольше бы вот этой мишуры. Надо будет этот фактор учесть в следующем году. Но это вот из того, что остатки дома были. Вот так вот взяли и сделали. Все, а теперь в дом. Вживую видно ярко, красочно. Как с этого ракурса. Ну, оказывается, не в дом идем. Оказывается, идем чистить теплицу. Нос у меня, конечно, уже весь мокрый. Так тоже опасно. Кстати, мне кажется, на дачу самый хороший вариант, знаете, какой? Валенки. Самый лучший. Самый лучший вариантик. Ну что ты тут чистишь? Мама так прочистила, конечно. Ох. Налипли, да? Мама хочет успеть. Пока еще светло. Но солнце уже село. Я феном сушила перед тем, как уехать. А она опять мокрая. Главное, чтобы не сломать волосы так, таким морозом. Занесенные самовольно. Можно нас так с мамой назвать. Обалдеть. Еще немножко и Новый год.
даже не верится, честно сказать вам. Абсолютно. Хотя все к этому готово. Меню готово, продукты купили, елку нарядили. А так вот прям, чтобы вот ощущение, что вот-вот праздник, как-то пока этого нет. Ну, наверное, 31-го точно появится. Смотрите, какие сосульки у нас там. Огромные-огромные. Ну да, кстати, вот так вот, если со стороны еще сказать, если бы мы наряжали маленькую елочку, вот эту, которую планировали, да, вот эту. А тут игрушка хватило и на большую, так что правильный выбор мы сделали. Нормально. Зашла в дом, вот, сила здоровья, это вот висит у нас перед входом. Дом красивая. Питочка молодец, что повесил. Каким-то волшебно непонятным образом для меня у меня мокрые носки. Сейчас пришла, повесила их на батарею, чтобы высохли. Но я что-то не понимаю, наверное, снег вовнутрь как-то попал ко мне. Смотрите, я сейчас нахожусь на кухне. И вот видно елочку, да, эту. Хороший был выбор, чтобы именно вот эту нарядить. Все просматривается. Вам еще покажу, что привезли веночек, который мы с мамой делали. Его будем тоже здесь закреплять. Выглянула в окно, видите, немножко вот этот куст второй от смородины завалился, растрепался, все остальные нормально. А мама до сих пор где-то там, не могу ее найти. Так синевой отдает вам на камере, на самом деле никакой синевы нет. Да я зашла уже в эту комнату, что-то я не могу понять, где мама. Не просмотреть меня, потому что я уже без этих, без носков. Ничего не понимаю. Слышала ее голос тут. Вот, я ее слышу. Подожди. Где она? Подождите. А вон она. Вон она стоит. Разговаривает с соседом. Все, я спокойна. Я тут нашла чаек такой зимний с Новым годом как раз. По описанию он мне, в принципе, понравился. Чай черный листовой с добавками, с ароматом клубники, черной смородины. Сейчас вот заварим с мамой, попьем тоже. В общем, можете ругать, можете смеяться, но на самом деле вот этот способ питания на даче, чтобы не заморачиваться, самое то. И быстро и согрелся. Вот со вкусом свинины взяли и какой-то один. Решили на пробу взять телятину. Так что вот так вот. Вот смотрите, какой доширак со вкусом свинины. Сейчас будем согреваться после мороза вместе с мамой. Это наш прошлый веночек на дверь. Сейчас тоже будем его устанавливать. Вот этими игрушками советскими и из нулевых будем украшать сейчас маленькую нашу елочку. И вот эти более современные, которые у нас остались с улицы, которые я оставила специально для маленькой. Ну что, ребята, диско-пати! Я думаю, что сейчас все жители, кому это отсвечивает, оценили. Вот это я свой шар включила. Ну, как сказать, свой. Это я купила Костя. Наш, можно так сказать. Вот. Так быстро передвигается вообще. А мама наряжает вот так, когда она себе, чтобы поудобнее было, поставила стульчик и наряжает нашу маленькую елочку. Это я гирлянду проверяю. Ну, вроде работает. Видите, расположение розетки? Я вот думала, может быть, пустить вот здесь и вот дальше вот так вот здесь как-то продолжить. Но сейчас она, конечно, свисает по вот этой вот балке верхней. Потому что в этом есть смысл тогда. Мы не стали подключать именно гирлянду. Вот как выглядит наша елочка советская с игрушками разными. Тут во главе снеговик Костя, Дед Мороз. Так вот медленно буду вам опускать. Шишечки разные. Ну, вообще достаточно красиво у нас получилось. Украсили. Вот эту шишечку с этим поменяли местами, а то она не очень красиво смотрелась. Так, теперь у нас дело вот за веночком нашим. Его надо установить. Ну да, вот веночек так вот здесь вот. Ну, мы будем додумывать, как тут. Видите, от розетки просто далеко. Ну, пока так примерно сделали. Главное, что веночек повесили.
Со стороны маленькая, конечно, но сейчас будем, еще Костя хочет сеточку на окно. Где здесь направить палец? Куда? Туда, господи. Вот, он хочет на окно немножко другое сделать. Так, это на компьютерный столик такая маленькая пойдет. Мы тут, короче, переместились на второй этаж, смотрим фильм. Потому что пропустить сериал это нельзя. Смотрим «Знахаря», вот так вот покажу слегка. Ну, про врачей. Вот Костя установил. Будем сейчас двигаться дальше. Вот гирляндочки установили. И сейчас будет еще третье окно. Та-дам! Все, теперь вид законченный. Видишь, как светло. Обалдеть. Вот три окна у нас украшены полностью теперь к Новому году. Сейчас еще вот эту вот балку хотим. Думаю, что такое? Что происходит? Думаю, наверное, у меня бзыки какие-то. Я встаю, подхожу к окну, а они горят вот как сверчки. Как сверчки, да. Я, ё-моё, я давай выключать. Выключила с сети. Всем привет. Всем с добрым утром. У нас тут трактор чистит дорожку. И смотрите, как смотрится елочка. Вот. Со второго этажа. Очень такое яркое-яркое солнце. Вообще красота. Это вот наша теплица. Где достать снег нельзя уже. Конечно, снег тяжелее. Так прям конкретно. Я просто говорю, Костя еще спит. Какие интересные следы от кошки. Шла так зигзагом. Я же так прям вообще красиво, такое солнышко. Смотрите, какое здоровое. И такой вид. Все в предвкушении Нового года. Вообще красота. Сейчас буду уже одеваться и спускаться. Защемила шею. Так что сейчас ее согреваю. Мама уже пошла расчищать там, где колодец, потому что что-то там какая-то, знаете, наледь льда собралась. Вот она там чистит. И тут, собственно, персоной капель. Тает на солнышке сосульки. Мама идет с водичкой в дом. Потому что сейчас отсоединена наша система. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, какое солнце сегодня. Взяла лопатки. Сейчас будем чистить эту теплицу. Что ты взяла? Что ты взяла, ребеночек? Ну, пошли. Что нам наша елочка? Ой. Видите, снег идет. Ну, как сказать, я там так. Ничего не упало, не видела. Все нормально стоит. Вроде стоят. Ай, так красиво со снежком теперь игрушки. Красиво смотрится. Вот. И эти тоже. Ну, иди, я сейчас приду. В общем, нормально они пережили. Так вот. Все, пойдем. Сегодня я волосы не стала распускать, потому что, ребята, они ломаются на морозе, так как я дышу тепло от них. Так что сегодня я максимально все спрятала, чтобы было теплее. Идем копать. Я не знаю, понравится вам хруст или нет, специально вот показываю вам, как есть. Только надо помолчать. А я же не могу так молчать. Ой, а тут, знаешь, так шапка глаза закрывает. Вау. Иней вот этот, да? Бриллианты. О. Стремно. Много.
чистая. Обалдеть, да, замерз. Сейчас я. А зачем ты еще хочешь набирать? Ну, посуду помыть надо. Еще надо? Конечно. Сейчас я. Чего ткнула сюда? Ну да. Кристаллики, видишь, такие? Кристаллики. Ну туда же вылей, зачем? Она будет бултыхаться. Ты что там, может быть, муть? На пристройке, видишь, много так собралось. Здесь. Не получается? А чё? Ну ты прям сверху так. Сверху кидаю. Может, что-то положить вовнутрь тяжелое? Не получается у мамы. А почему? Только смотри, мама, ты не это самое. Если что, ты меня вытащишь. Господи, помилуй. Не надо. Я не пойду. Сиди там, да? Да. Я водяной. Ладно, мам, оставь. Все, сейчас еще раз. Поплавок. Ну все, вытаскивай, нафиг рисковать. Вон. Давай. Ну, подожди. Хотя, хватит. Давай, тащи. Рыбак. Таня рыбак. Хочешь фамилию такую? Нет. Не хочешь? Не нравится? Не, моя устраивает. Хорошо. Оставим ее в тайне, какая у нее фамилия. Смотрите, какая снежная курка красивая, такая хлопью прям. И вот это. Они сыпятся. А я и не бью. Я лишь слегка сотрясаю. Вот, в общем, вот так вот будем дальше продолжать. Ну да, вот этот куст, про который я вам говорила. Мама говорит, что его поправить нельзя будет. Ну ладно. Тогда оставляй. Ладно, он выровняется. Ну да. А не выровняется, мы его подвяжем. Ну вот так вот, теплицы, конечно, тяжеловато чистить. Сверху вообще не чистится. Чтобы не падали веточки. Да. Ладно. О, прям видно хорошо. Здоровый, низко летит. Походу, Red Line, что ли. Или Red Wing, как там авиакомпания. Ой, только убираешь камеру, и что-то появляется. Но просто тоже мерзнет. Лишний раз просто не хочет, чтобы замерзла. Ой, в общем, надышались. Аж нос течет, но, в принципе, нормально. В городе, конечно, такого воздуха у нас нет. Летит самолетик красиво-красиво. А мама на все дачи вот этим звуком всех... Все дачи слышат, ну, что делать? У тех, у кого, ну, такая вот, как сказать, более крепкая теплица, они не чистят. У нас, конечно, не очень. Ну, а что делать? Что делать? Приходится. Солнце начинает уже конкретно там, вон, видите, садится уже все. Все, мам, пойдем, время. Смотри, какая она в этом. Что смотреть? Все, хватит. Потому что уже очень холодно, пошли. Не хватало перед Новым годом заболеть, осталось пару дней. В прямом смысле этого слова. Мама. Между делом все равно вас поздравляю с наступающим Новым годом. Он уже скоро. Год тигра наступает, 22-й год. Так что, надеюсь, все будем живы, здоровы. Никаких вирусов не будем хватать. Ребята, держимся. Надеюсь, что все будет хорошо. Точнее, даже не надеюсь, а так и будет. Вот, так что всех поздравляю с наступающим. Отсвечивает, наверное, немножко, но они там дождик украшают с Костей. Он пытается там достать.
Мне кажется, не надо было на одну, надо было, наверное, на разные. Как-то им распределить. В общем, разберутся. Ну да, как получилось. Вот наши огоньки так отражаются. Елочка тоже уже вечереет у нас там конкретно. Люди вон тоже украсили к Новому году окна свои елочками. Молодцы. Ну что, мы отправляемся уже домой. Нас заждался Тимка. Так что на этом мое видео заканчивается. Всех еще раз с наступающим Новым годом. И всем пока-пока. Ой, елочка горит, смотри. Дорогие друзья, на этом это последнее видео в этом году. Так что с вами мы встретимся уже в 2022. Мои хорошие, с Новым годом. Мира, тепла и любви всем нам. Пока-пока, увидимся.